Неземное признание в любви до Дня Святого Валентина осталось всего 5 дней, но многие влюбленные еще не знают, какой сюрприз приготовить для своей второй половинки. Стань участником акции РЕН-ТВ «Соединяй сердца» и получи незабываемое свидание в День всех влюбленных. Претенденты уже отправили заявки на участие и встретились с нашей съемочной группой. Знакомьтесь, наш 8-й участник. Руслан, 25 лет, менеджер, в браке 10 месяцев. Жена Анастасия, 25 лет, домохозяйка. Руслан редко признается жене в любви. Хочет, чтобы в этот раз о его чувствах к Анастасии узнал весь город. Ну, это было давно, 2006 год, сентябрь месяц, школа. Мы вышли с товарищем на улицу постоять, подышать воздухом, проветриться, так скажем. Ну, тут шла девушка. В хамелеоновой кофте зеленой, в короткой юбке, ну, молодой. Интересно было, как говорится, познакомиться, завязать отношения. Предложил как бы вечером встретиться. Человек согласился, Анастасия так. Вот. Ну, и вечером встретились, погуляли немножко, начали общаться. Прообщались, наверное, где-то месяца 3 или 4. Пытался к ней завязать с человеком отношения, как бы разными предложениями. Человек ни в какую не хотел. Плюнул. Вот. И перестали общаться месяца два, наверное, не общались. Как раз после Нового года сидел дома, грустил, так скажем, за телевизором. Поступил звонок на телефон, незнакомый номер. Поднял трубку, оказалось, Анастасия. Встретился, пообщались. Ну и как-то начались, завязались отношения. Ну и в протяжении 9 лет уже встречаемся. Вот, провстречались сколько? Где-то 8 лет. Вот. После Нового года узнали хорошую весть и решил предложить ей. Сделал предложение. Так как она у нас сейчас в декрете, сидит постоянно дома с сыном. Как-то ее развеять, чтобы, не знаю, настроение поднять. Чтобы ей было весело.